утром звал жену и не дозвался. Взглянул, дверь отперта. Вода не налита, она домой ночевать не возвращалась. Я без нее как на беду, одежды чистой не найду. Готова ли еда, не знаю, а время шло и шло. Ах так, ну хорошо, пускай придет, я проучу ее. Дня пришла, приветствуя меня. Сложив почтительно ладони, я зло сказал: прочь, убирайся с глаз. Не подтаскух не нужно в доме. Меня уставя тупо взор, она молчала, выслушав укор. Медлившись с ответом и с трудом, произнесла сестра моя: сегодня умерла перед рассветом. Сказала и скорей к работе приступила, вооружившись полотенцем белым. Прости, жена.